Так, всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала. Дюна Механик. Пролог. Ну, слушайте, такая себе игруха. Ну, не сказать, чтобы прям супер-пупер. Я немножко за кадром поиграл. Но это вообще жесть. Просто жесть. Чтобы понять ее было, мне пришлось тут повозиться. Так нельзя, вот так вот, ну давайте так вот. Так вот, собираем вот эти вот запчасти. Ну, якобы мы... у нас вот этот дирижабль наш. И мы типа попали... в общем, неизвестную планету. Вот сюда, отлично. Потом берем эту. Я уже начал вторую. То есть я первый раз играл. Не понял ни хера. Вот. Блин, как она ставится? Я до сих пор ни хера не врубаюсь. Да, берем вот эту штуку. Оно то ставится, оно то подсвечивает, то не подсвечивает. Ну, в общем, такую вот фигню мы собираем. И там мы будем делать всякие ништячки. Берем для начала, блин, да подожди. Вот Е тоже разработчик очень херово сделал. Почему? Потому что... А, у нас консервы, да, у нас еда еще. Надо пожрать. Так вот, здесь ничего не... Ну вот они пишут, что NextE прессинг, да, и так далее, и так далее. И в какой-то момент оно просто зависает и будет висеть бесконечно, вот эта фигня. Но я тут немножко подразобрался. Да, пришлось просто... Блин, я даже не передать, что прошло. Пришлось испытать мне, чтобы все это сделать, понять. Вот фолах, отлично. Дальше нам сюда нужно еще тоже водичку, ну тоже две штучки туда, ну или 10, неважно. Дальше у нас есть топорик. Кстати говоря, здесь ходить куда угодно вам нельзя, вы будете только ограничены квадратом определенной зоны. Где мы? Ну вот такая вот, да, механика рубки дерева, не знаю зачем и как это нас. Ну зачем вот рубить вот эти веточки, да? Почему нельзя было сделать как в любых выживалках? Ветки мы могли просто руками собирать, да? Нажимаешь там мышкой, он там собрал, да, ветки. Вот такая вот площадка, ну, вот, вот до этого камня, вот там вот идет за вот этим нашим кораблем, и вот здесь вот он заканчивается. В каждой вот это и две пещеры. В одной, значит, есть медь, ну, то есть с одной стороны медь вот с этой, а с другой стороны железо. И все. Ну, то есть мы, по сути, вот живем вот в этом, не знаю, как... Даже не знаю, как это назвать. Вот. Но медь, видите, как вы поняли, она заканчивается. Да, заканчивается. А здесь у нас ирон, то есть железо. А в другой пещере там есть соль. И я единственное, что... Ну, вот эти камни, они вообще бездействующие, не нужны. Да, здесь вообще тоже ничего нет. Ну, больше ничего нет. Там еще соль есть. Я так понимаю, это то, что он пролог. Может быть, из-за того, что пролог. Поэтому вот, только вот эта территория. То ли это будет вся игра, основана только вот на этой территории. А чем мы будем заниматься? А мы просто будем вот здесь вот выживать. Типа вот такой в стиле стимпанка. И нам нужно будет... отбиваться от роботов, которые за нас будут. О, слушайте, все-таки в первый раз у меня был глюк, когда я открыл, ну точнее запустил игру, и у меня вот здесь вот, когда я вот закидывал, видите, у меня вместо топки была вторая вот такая штука была. Вот вот. Все, мы, соответственно, да,
заделали ее. Дальше сюда заходим, кладем 4 штучки. А, детали. А, вот, все. То есть надо еще правой кнопкой мышки нажать на эту гребаную вот эту фигню, да? А как ты ее очистить? А, то есть у тебя... Блин, да ладно. Ладно. Ой, господи. Вообще жесть. Офигеть. Ладно. Что мы делаем? Для чего это? Так, сейчас, блин. Где ты, ёбаная? Да вот, ну ты... Ну ты задолбала. Во. А нам нужно вот такое... фигню. А для чего? Для того, чтобы собрать ее, нужно МММММБББ. И это все нужно цифры вот эти вот все запоминать. Бредовая хрень. Абсолютно. Ну, это типа стол, я так понимаю, да? Water Pop Bus, да. Ну, а потом надо детальки на нее. М04, М05 и М11 надо по одной штуке. Понял, а где детали? Подожди, а как я должен забрать это? Да ладно, ты опять что ли забаговалась? Сейчас. Так, здесь вот есть водичка. Ну, такая у нас зона бутылирования. Я не знаю, сколько емкость вот этого вообще вот здесь вот. Но не думаю, что очень много. Вот. Ну, анимация такая тоже забавненькая. Но игра... Я не скажу, что прям залипательное и... Ну да, что-то в этом есть. Можно так немножко подзависнуть. Ну... Но... Непонятно, как мы сюда. Но это опять же, да, вот в прологе, как, ну, как правило, в прологе должна быть история. Да, ну, как мы попали на эту планету, что с нами случилось, почему мы именно разбились, ну и так далее. Блин, тут... Как я тебе должен забрать теперь? Ну, готово. You cannot use anywhere. Не, ну я все это, конечно, прекрасно понимаю, что это... Ранний доступ. А почему я не... Блин, я не хочу вот это делать. А, жесть. Сейчас, секунду. Короче, блин, задолбала меня эта игра. И, слушайте, ну вот, вот это вот баги в прологе. Ну я начал делать, пытался вытащить, возможно, ну вот типа я вот ящик нашел, но он не вытаскивается, да?
Я его сохранил. Вот так вот, да? Сохранил мне. Вышел в меню, continue. Захожу. А там, блядь, грёбаных два вот таких вот херни стоят. То есть, ну, понимаете, да? И плюс вот это вот такая вот тоже хрень. Причем вот это вот багованная вещь. Знаете, я иногда даже, ну, никак нет. Вот, ну, а как можно вот показать? Вот я не знаю, ну да, залил, хорошо, молодец я. Залила, да? Ну, давай еще раз зальем. Вот. А, ну это у меня пустые. Ну давай вот сюда вот зальем еще. Знаете, чтобы показать, соответственно, да, что это за игра и как, ну нужно играть вообще, во-первых. А, у меня же, да, соль появилась. Причем я эту соль гребаную, когда начинал играть, вот, видите, вот, пожалуйста, это то, что у меня с первого, это когда я первый раз играл, у меня вот такая ерунда шла. Вот. И как вот так показывать игру, да, и рассказывать о ней, если тут, ну, реально все багуется. Просто все багуется. Я пытался сделать одну деталь, забаговалась. Ушел, сохранился. Почему-то вернулась старая версия, то есть как бы две наложилось. Одна, которую я, соответственно, вот начал снимать, и первую, которую я начал снимать, точнее, вот, ну, это уже вторая часть. Вот, потому что первый я не стал уже продолжать, думаю, ну блин, да ну нафиг, потому что там полчаса я просто не мог понять, что куда, зачем, почему. Ну вот это вот все, вот видите, прошу прощения, с левой стороны, в самом верху, висит подсказка. Она до сих пор висит. А здесь уже должно рассказываться, как, что кидать, куда закидывать и так далее, да, вот. Здесь вот этого, к сожалению, нет. Ну, мы вот должны сейчас переплавить, ну, типа нам показывают, что плавка идет, да? Дальше нам нужен вот такой вот. Сейчас, вот опять же, я не могу. Вот. Water pump, и можно, ну, либо мы можем water pump construction построить, либо base. Ну, давайте M4, M5 и M11. Вот нам нужно вот это вот сейчас сделать. M-минимум. Ладно. Так. Ладно, подождите, тогда мы сделаем сначала вот water pump. Нет, стоп, water menu, pump construction, точнее, да? Вообще, блин, хотя нужно и вот эту сделать, но а как очистить, непонятно. А, вот, мы забрали, отлично. Так, хорошо. А теперь железо я могу плавить? Не могу. Как ее очистить? Непонятно. Ну давайте здесь железо. Но по идее здесь должно две штуки вот эти быть. Ну, одну мы... А, понял. М4, по-моему. Ну, это хорошо, она... слушайте, это хорошо, она забаговалась. А если без забагованности, то я не знаю, как это... ММБ... 3B2.
B3, B2. А, то есть надо было начинать не с меди, а с железа. Все, я понял. То есть нам нужно вот этот было столик сначала сделать. М4, М5, М11, B3, B2. Ага. М4, М5, А нельзя, да? Вот опять же, да, вот эта хрень запеклась. То есть что-то ему нужно, да? Вот это опять же, вот эта долбежка, вот это вот, знаете, одно дерево. Ну, хотя бы разработчику надо было дерево посадить, да? Не веточки вот такие вот, а дерево, которую потом ты разрубаешь, да, там и так далее. Блин, оно опять пропало, да? Вот смотрите, снова пропало. И что, опять бежать, бежать собирать? Ну, блин, ну я не хочу уже. Вот и здесь пропало. Ну, нормально, да? Ты собираешь, крафтишь и пропадает. Да ну в жопу, короче говоря. Я не люблю вот такие вот приколы. Ну пролог, ну ребята, ну дорогой разработчик, ну но если ты пролог, ну выпускаешь, понимаешь, что это как бы еще альфа там, бета там, я не знаю, при какая-нибудь альфа. Но блин, ну пролог ты сделайте нормально, да, чтобы он рабочий был, чтобы можно было показать, рассказать без этих Не, я понимаю, что без багов не обходится, но не таких прям, что который с самого начала игры ты тупо не можешь дальше продолжить. То есть ты делаешь что-то, начинаешь делать, и в этот момент тебе херакс, все это обрубается, да, говорят, нет, невозможно делать. А я сначала, видите, как... Да, то есть еще музыка, да, не убавляется. Зашибись. Вот. Явно поначалу думал, когда еще первую серию, ну, точнее, первый раз начал, значит, записывать, думал, что, ну, у меня что-то глюк какой-то. Ну, потому что я стою, соответственно, да, там нажал на паузу, чтобы запись подождать, там нужно было разобраться. Я такой, да, ладно. Ну, пока там, значит, на паузе стою, потом что-то... А, ну, точнее, программу на паузу поставил, и, ну, значит, что-то бегаю, 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 и у меня так вдруг, знаете, ни с того, ни с сего, стою на месте, потом фигак и телепортируюсь какой-то, ну, самого начала лицом к своему кораблю. Я сначала думал, ну, ой, что-то, может, я что-то нажал. Ну, бывает, да, там, здесь же нет таких менюшек, да, объяснений, там, кнопка такая-то, делайте то-то. А вот то, что должно быть с левой, в верхнем углу, вылезать подсказки, они тупо, вот сразу одна подсказка вылезла, что вы должны установить, и должно быть подсвечено зеленым, да, чтобы установить предмет. Все, как только она одна вылезла, и после этого больше ничего не вылазит. Ни одной подсказки. Что, куда, зачем, почему. То есть это первый баг.
И я такой думаю, ну ладно, наверное, что-то нажал. Ну, потому что я посмотрел, опять же, залез, тут, ну, ничего нету, аудио, маус, да, то есть ничего такого нету, и кнопок непонятных, да, ну, какие кнопки там что-то. Ладно, думаю, ну, Е вроде как, да, открывается инвентарь, там подбираются предметы, ладно, мышкой там еще что-то ты делаешь, опять же, вот эти вот копать, там, точнее, рубить, либо киркой там, это все как бы. Я, во всяком случае, знаю, да, в выживалку уже не одну поиграл. По наитию, так сказать, побежал, походил, там, пособирал. И вот в первый раз что-то так глюкануло, я такой думаю, ну, наверное, что-то нажал. Потом второй раз, ну, уже, так, знаете, ну, думаю, как-то странновато, думаю, ну, я-то особо ничего не нажимал. А я причем здесь стоял и пытался понять, ну, попереводить, что там написано. Думаю, может быть, я что-то там не улавливаю. И в какой-то момент, да, в какой-то момент я, значит, понимаю, что вот эту вот всю систему я построил, и начинаю дрова когда закидывать, вот видели, как, ну, вы видели, вторая, которая вот, точнее, как бы сказать. В общем, вот этот ролик, это второй, да, а первый я его, соответственно, стер. Ну, не стал выкладывать, потому что там я еще разбирался, просто потратив полчаса, наверное. Вот. Так вот, когда я закидывал дерево, типа, в топку, я смотрю, почему-то. То есть открывается первая створка, а за ней еще вторая створка. Она не открывается. И тут для меня начинает немножко так, знаете. Ну, сомнения, думаю, ну как-то, блин, ну, либо анимация, да, разработчик не сделал как правильно или что-то такое. А потом полез, соответственно, в Steam посмотрел ролик. Да нет, смотрю, ну, ролики там, трейлеры всякие по этой игре. Посмотрел, нет, вроде как везде все, да, анимация должна работать, там все открываться хорошо. Вот. И я такой, о, ну, наверное, баганулась. Думаю, ну ладно. Бог с ним, думаю, ну. Вот. Жаль, конечно, полчаса потраченных, очень жаль. И я подумал, ну, хорошо, дам второй шанс. Заново сделал новую игру. Значит, стал играть, и она еще раз багнулась. Я просто не мог предмет. То есть я скрафтил, там было написано, ну, если вы видели, да, Ready, ну, типа, готова продукция. А забрать непонятно откуда. Но я тогда так еще побегал, побегал, но смотрю, здесь такой типа ящичка. Но я думаю, ну, скорее всего, ну, когда изготавливается, да, она же должна куда-то падать, эта продукция. Но я увидел этот ящик, нажимаю, а он ничего не происходит, он мне не дает забрать. Ну вот. И в итоге я такой плюнул, думаю, ну, все, понятно. Я сохранился. Только зря я сделал, чтобы. Да, зря я сделал, чтобы я сохранился. Как только я сохранился, у меня вот этот вот стол крафтинга с первой записи и всего и сейчас и вот с этой записи они просто синхронизировались и получилось два стола одновременно. И я такой, я когда врубил, такой думаю, чё? Это чё за хрень? Я заново, ну, опять сохранился, ну, точнее, даже не сохранялся, прошу прощения. Я вышел из меню, потом еще раз зашел, все равно два стола. Думаю, ну, зашибись. Думаю, ну, ладно, хорошо, я там включу, ну, и потом дальше вы уже знаете. Там я, да, ходил, скрафтил, и бык, буквально, вот, дергается экран. И все нахер пропадает. Все, что скрафтил, все, что добыл там, да? Ну, то есть все полностью нахрен все это херачится. Ну, блин, ну играть в такое, даже пролог, я честно скажу, я не советую. Ну, вот я никогда особо, вы, ну, если кто уже давно подписан, да, знаете, что я, когда играю в игру, я показываю, да, и говорю, ну, это на ваше усмотрение, да, вы сами. Нравится, не нравится игра, соответственно, лайки, дизлайки, да, чтобы оценить, соответственно, понравилась, не понравилась игра. А
Здесь я реально говорю, что пока, по крайней мере, брать ее, вот даже в пролог играть не советую. Ну, с такими багами, с такими лагами, да нафиг она нужна. Может быть, будет разработчик, скажем, сделает какие-то обновления в прологе, да, обновит, исправит вот эти все недочеты. Может быть, когда-нибудь, да, ну, если опять же кому-то понравился стилистика, я понимаю, что она очень проигрывает многим-многим выживалкам, и, но здесь такая, знаете, стимпанк и дюны, если вы помните. Там была игрушка. Вот. Ну, якобы мы такой в дюне, да? В дюнах и типа вот мы так выживаем. Поэтому нет, либо ждать действительно, чтобы разработчик все это пофиксил. Но я, честно сказать, второй раз в нее уже не пойду. Ну, мне вот этого фигни хватило для того, чтобы просто отбить желание вообще играть даже в пролог. Но как выйдет игра, вот опять же, да, подведя итог к тому, что когда игра выйдет уже полностью в ранний доступ, если будут точно такие же лаги изначально, вот с самого запуска игры, это просто будет жесть и нафиг такое нужно будет. Я думаю, что будет полный провал. Ну, пролог-то для меня провалился полностью. Дальше разработчик, я не знаю, что он там будет в ранний доступ выпускать, но в данном случае... Фу-фу-фу. Ладненько, все. Огромнейшее спасибо всем, кто пришел. Да, лайки, дизлайки, опять же, на ваше усмотрение. Ну и пишите комментарии. Что думаете вы по этому поводу, дорогие мои подписчики? Ну а мы с вами скоро увидимся. Не переключайтесь. Пока-пока.